Так вот, есть здесь на Крите такой город Мессора, там вот еще выращивают эту лошадь мессорийской породы, по которой ездит Святой Георгий. Это иноходец называли. Так вот, в этом городе Мессора добывается и глина. Глина есть разная, есть белая, красная, голубая, серая глина. Там добывается серая глина. Вот эту глину, когда ее добывают, затем ее пропускают через 5 огромных сил. Почему? Если в тонком изделии, тонкостенном вот таком вот, попадет маленький камешек, в печи этот камень он разорвет. Вот для толстостенных изделий, наоборот, нужен камень. Просевает. Затем вот этот порошок приводит сюда мастер. Мастер добавляет водичку и делает вот такие вот колбаски. Если ребята...